Мы продолжаем. В собственность государства возвращают неосвоенные земли в Алматинской области. Так, в прошлом году у частных хозяйств изъяли 40 тысяч гектаров пастбищ. Их прикрепили к 60 сельским округам. Специалисты также выявили 56 тысяч гектаров неосвоенных участков сельскохозяйственного назначения. В регионе ведется работа по расширению пастбищных земель общего назначения. Тағы да 5100 гектар жаңа пайдаланбай жатқан жерлер мен жұмыс жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта. Работа ведется еще по 5000 земельным наделам. В судебные органы направлены 1100 исков. Надеемся, что суд примет по ним положительное решение.